Вот сегодня у нас в гости посетила сестра во Христе, Галина Загуляева. Вот приехали наши с прогулки. Вот он, Владимир Александрович. Да, вот он, Николай Александрович. О, какая пыльная машинка. Сейчас они подъедут, Андрей. Я думаю, отправлю посыл. Он подъедет сюда, да? Сейчас подъедет. Да. Ну и что там? Не было ягоды, да? Не, набрали. В красном. Только Володь видел с ними вон красное ведро. Я с вами. Ну, да. Через неделю будет много. О, хорошо. Сами-то поели? Да, да, мы отпусти. А мы не сыграли? Да. Давай пропустим. Да. Это кому? Возьми, отдать ему. Сует. Ну что, как ты думаешь, отвезет он меня в урывки, нет? Кто? Это надо с ним разговаривать.